Да? Ты сидишь? Охренеть. Такого переезда у нас еще не было, да? Да. По-моему, у нас перегруз. 70-ка с большой, она уже, наверное, 200-300. И этот, блядь, на хвосте еще. Ну там, с этого. Это нормально. Такой же движок стоит. Да? Нет, он ЗИЛ-то с таким и шел. А, он такой, он заводской, да. Он был 80-шный движок такой же нам. Да. Только с турбиной и все. Тебе надо его завязать. Да никуда он не денется, мне кажется. Ты думаешь? Ну, поедем, посмотрим. Сейчас где-нибудь в этом, в Рибееве встанем, посмотрим. Хороший тракторок. Болтается сильно, Миш, да? Давай завяжем его. Давай этот стропу бери на. Много приготовлений, блин. Сейчас посмотрим, как он поедет. Даже крылья, блин, родные. Колеса, правда, не родные. Подвинулся, ты подвинулся? Да? Я говорю, перегруз, блядь. Он сам по себе уже пустой трактор, блин. Мотай не забрали. Сейчас едем на элеватор, на бочки нас везем его. Забыл спросить, почем он его взял на. Но не суть, важно. Перегруз у нас конкретный. Ну и конкретный килограмм 500, наверное, перегруз. Бьем. Бимсон, бимсон, бимсон. Ах ты мой засранец. И ты работаешь сегодня, да? И ты сегодня работаешь, да? И ты ж сегодня работаешь, да? Да нет, все вроде нормально. Так, ладно. Пока буду. Отсоединяться. Сейчас снесу. Положу.
сейчас, ладно, заведем это. Не, заведи его, подожди. Газу! Это очуметь, блядь. Его легче было так скатить, нахуй. Завел. Аккумулятор так 190. Сколько много часов? 3 432. Ну вот и все. Да. Так, наверное, на этом все, что тут складываемся и все. Он ему прям в заднее стекло, блин. Механ, в АКУ! Так.